Дорогие, уважаемые и любимые гости, я могу смело это говорить, это Александр Молодожёнов. И я как представитель Ксении Анастасии хочу поблагодарить всех вас за то, что вы были вместе с ними, вместе с нами были на этой свадьбе, что вы были в этом замечательном месте. И помните, в самом начале я говорил, что очень важно настроиться. И я могу точно сказать, что вы постарались, и именно вы сделали этот день и эту свадьбу такой, какая она есть. Ведь именно вы делали это настроение, ведь именно с вами получилось все так, как хотели Алексей и Анастасия. Жалко, что, конечно же, вечер подходит к завершению, хотелось бы еще дольше его продлить. Но важно иногда просто ловить моменты. Важно иногда просто запоминать памятные и трогательные вещи. Постарайтесь запомнить сегодняшний день. Постарайтесь запомнить этот момент. Я попрошу выйти Леша и Настю сюда.